Два уголовных дела и 10 административных правонарушений стали итогом проверок областной счетной палаты в минувшем году. Эксперты ведомства выяснили, что на что направили 45 миллиардов бюджетных рублей. Отчет сегодня заслушали депутаты Тюменской областной думы. У них были вопросы, в том числе по реализации программы сотрудничества между югом и северными областями региона. Финансирование идет из местного бюджета, ссылаясь на послание президента. Депутаты считают, что сфера здравоохранения в небольших городах и поселках нуждается в поддержке. На территории Югры по программе сотрудничества было проведено всего одно контрольное мероприятие, хотя мы выступали инициаторами проведения достаточно большого количества этих мероприятий по долгострою Югры, которые на сегодняшний день существуют. Это и больница в Нижневартовске, это и больница в Горноправдинске, то есть те проекты, те объекты, которые строятся уже годами. Больница в Нижневартовске строится более 10 лет.